Самые актуальные новости города в эфире Первого Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. На борту разбившегося самолета Челленджер 200 были двое карагандинцев. Утром вместе ехали на работу, я летел в Караганду пассажиром. Тимур и его команда, студенты-активисты, помогли пенсионеру почистить снег во дворе и убраться дома. Будем посещать пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Проект собственного производства «Первый Карагандинский» представляет журналистское расследование. Среди погибших в авиакатастрофе около Алматы двое карагандинцев. Это командир экипажа Владимир Евдокимов и бортпроводница Ирина Кривоносова. Напомним, что 29 января в районе аэропорта города Алматы произошло крушение воздушного судна «Челленджер-200» авиакомпании «СКАТ», выполнявшего рейс по маршруту Кокшетау-Алматы. Место падения самолета обнаружено восточнее аэропорта вблизи поселка Кызылту Талгарского района Алматинской области. На борту самолета находилось 16 пассажиров, в том числе один ребенок и 5 членов экипажа. По информации, семьям погибшим будет им оказана материальная помощь в размере 3 миллионов тенге, а также по линии акиматов в размере 1 миллиона тенге. Один из погибших, командир экипажа, был нашим земляком. Владимир Евдокимов, летчик с многолетним стажем, в этот день был за штурвалом воздушного судна. Журналистам Первого Карагандинского удалось найти самых близких пилота. Смотрите специальный репортаж. Не верится как-то. Анатолий Гузенко, командир экипажа разбившегося самолета, видел накануне катастрофы. Много лет опытные летчики работали вместе в карагандинском авиаотряде. Погибшему Владимиру Евдокимову было 57. За его плечами огромный стаж перелетов. 20 лет назад он был инструктором у начинающих пилотов. За все время совершил более 1000 авиарейсов, вспоминает Анатолий Гузенко. Утром вместе ехали на работу, я летел в Караганду пассажиром. А он, как чита, у них вылет на 20 минут раньше, чем у нас. Нормально, и обычно мы постояли, похихикали, там, покурили. Ну, удачи пока, как обычно. Здесь уже в Караганде. Анатолий назвал возможные причины падения самолета. По его словам, официальная версия случившегося — плохие погодные условия — не может соответствовать действительности. Туман – это не первый и не последний, в котором Володя и садился, и взлетал. Тут причина не в этом. Это сложная посадка, прочее, невидимость земли. И тут нельзя говорить, что погода это. Это, ну, как фактор, это один из аспектов нашей работы. И были 100 раз по жизни в этом. Алматы — это очень тяжелый аэропорт, он зимой в этом отношении. Там. Только не ошибка пилота. У Владимира Евдокимова осталась взрослая дочь, которая в прошлом году вышла замуж. К слову, вся семья летчика посвятила жизнь авиации. Супруга в молодости была стюардессой, дочь пошла по стопам матери. Среди погибших была еще одна карагандинка, бортпроводник Ирина Кривоносова, которая, по словам близких, в ближайшее время должна была выйти на пенсию. Анатолий Гузенко ее тоже знал. Мы летали в Тулпаре, в Скате в Туму, наверное, 24 летала проводница. Очень хорошая девочка. Тем временем точные причины катастрофы поможет определить расшифровка бортового самописца, которая должна быть завершена в течение 15 дней. Черный ящик отправили в Москву. Расшифровку будут проводить в Межгосударственном авиационном комитете. Будут привлечены независимые эксперты. Сейчас родственники и близкие погибших занимаются опознанием тел. Сейчас на месте крушения самолета работают тракторы и бульдозеры. Расчищают снег, чтобы можно было вывести обломки лайнера. Ирина Камышова, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Между тем, карагандинцы не сдают обратно купленные билеты. Сегодня в городе прошла информация о том, что жители шахтерской столицы возвращают билеты в авиакассы в направлении Караганда-Алматы. Однако представители аэропорта данную информацию опровергли. По сообщению представителей аэропорта Сарыарка, задержек рейсов не происходило. Аэропорт работает в штатном режиме, ажиотажа среди карагандинцев нет. Массового возврата билетов после авиакатастрофы не возникало. Из аэропорта Караганды как был по плану сегодня рейс, так они исполнились. Единственное, вчера к нам садились на запасной те, кто не смог сесть в алматинском аэропорту. Это было несколько рейсов из Актау и Атырау. Те клиенты, которые покупают билеты в нашем агентстве международного аэропорта, за 2 дня после совершения катастрофы никто не возвращал билет. Тем временем президент Казахстана объявил 31 января днем национального траура по погибшим в авиакатастрофе под Алматы. Мы предлагаем вашему вниманию список погибших на авиалайнере «Челленджер-200».
Ночной пожар. Накануне в районе 10 вечера на пульт пожарной службы поступило сообщение о возгорании на территории строительной площадки на юго-востоке. На месте выяснилось, что горел вагончик бытовки возле строящегося дома по проспекту Шахтеров. К слову, новостройка предназначена для участников программы «Доступное жилье». По данным службы пожаротушения, пострадавших нет. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. В вагончике находились раздевалка и комната отдыха для рабочих. Все имущество сгорело. В течение получаса удалось ликвидировать пожар. В тушении пожара участвовали 5 единиц техники и 21 человек личного состава. На данный момент устанавливается причина, виновный и ущерб. Прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Молочная фабрика на Чиже представляет новый продукт – ацидофилин. Бактерии Акцидофилус выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. На Чиже. С заботой о вашем здоровье. Полицейские ищут неизвестного, сбившего насмерть девушку. ДВД Карагандинской области просит оказать помощь в розыске неустановленной машины и водителя, который, двигаясь по автодороге Караганда-Темиртау 24 января этого года в 15 часов 20 минут в районе магазина на остановке 20-й шахты совершил наезд на женщину 89-го года рождения, жительницу Осакаровского района. После ДТП водитель скрылся, женщина скончалась на месте. Всех что-либо знающих о дорожно-транспортном происшествии полиция просит сообщить информацию по телефонам 418190 в отдел розыска УДП. В дежурную часть Кировского отдела полиции 530002, 530461 или 102. Анонимность гарантируют. Поможем ветеранам расчистить снег во дворе, а также решим все бытовые проблемы. С такой инициативой выступили активисты молодежного крыла «ЖАС ОТАН». Участники данной организации уже сегодня поспешили на помощь пенсионерам. Подробнее в репортаже Нурилы Туржан. Сергей Ляхов – ветеран Великой Отечественной войны, ему 91 год. Пенсионер признается, что буквально 10 лет назад вместе с супругой всю работу по дому делали сами. Однако, когда жены не стало, работа по хозяйству взвалилась на плечи старика. К счастью пенсионера, в тот момент на помощь приехала его дочь с зятем. А на сегодня в подмогу семье приехали и жасутановцы. Молодежное крыло «ЖАС ОТАН» партии «Нур ОТАН» Карагандинской области совместно со всеми молодежными организациями управления по вопросам молодежной политики сегодня дал старт акции «Ардахтым Ардагерым», что в переводе означает «уважаемый ветеран». В рамках данной кампании мы на протяжении 3 месяца до 9 мая будем посещать пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и помогать им по хозяйству, в посильной помощи, в уборке снега. В свою очередь Сергей Семенович не растерялся на вопрос ребят, чем еще помочь. Он сразу показал сломанный забор и попросил починить его. Забор тут вот надо поставить. Ну вот. Будем приходить делать ваш поможете. Забор. Конечно. Большое спасибо. Просьбу ветерана трудовой отряд обязался выполнить. По словам организаторов акции, на данном мероприятии принимают участие более 30 человек. В свою очередь, они пообещали приходить на помощь ветеранам каждую неделю. Как отмечают жасутановцы, принять участие в этой акции может каждый, вне зависимости, состоит он в молодежной организации или нет. Нурила Туржан, Евгений Афанасьев, 1 Карагандинский. Профессиональные навыки и жажда знаний – новый ориентир для молодежи. В одной из карагандинских школ состоялась встреча представителей акимата с организацией ветеранов-учителей УСТАЗ. Разъяснение и обсуждение послания главы государства «Стратегия Казахстан-2050» стало ведущей темой диалога педагогов с представителями власти. Особое внимание на встрече было уделено четвертому направлению послания президента. Вопросы подготовки и переподготовки кадров, профессиональные навыки и знания выпускающейся молодежи. По мнению Галыма Аргынгазина, представители акимата, сегодня это самые важные вопросы развития образования. Мы знаем то, что в послании очень серьезно был затронут социальный блок, серьезно затронуты вопросы образования, патриотического воспитания, воспитания молодежи. В этой связи очень высокая роль отводится именно интеллигенции, в том числе представителям образования. Но здесь мы понимаем то, что ветераны имеют также особую роль и особое место.
А тем временем полным ходом в Карагандинской области проводится работа по разъяснению документа «Стратегия Казахстан-2050». Сегодня в Саранском гуманитарно-техническом колледже имени Абая состоялась встреча представителей Департамента юстиции со студентами и преподавателями города Спутника. Информационно-пропагандистская группа Департамента юстиции выехала в Саранский колледж с целью разъяснения нового политического курса, затронутого главой государства в послании народу Казахстана. И наша главная сегодня задача, которая стоит перед нами всеми, вне зависимости от исполнительной либо представительной власти, сегодня у нас органы юстиции в гостях. Самая главная задача – это организовать информационно-пропагандистскую работу в трудовых коллективах, предприятий, учреждения всех форм собственности среди населения нашего города. Государственным органам за последний год введено множество изменений. Например, переход на электронную версию оказания юридических услуг населению. Об этих и других направлениях развития сообщили представители юстиции. Пользуясь случаем и приездом в ваш город, мы хотели бы рассказать о своей работе непосредственно. Те новшества, которые вводятся, и вот с этого года начиная, очень много изменений, которые происходят в нашем действующем законодательстве. Непосредственно эти изменения направлены на население, на упрощение административных процедур. Вот. И каждый из нас, представитель нашего органа, он расскажет об этих изменениях. На приеме у пчел или мед против простуды. Официальная медицина и народные целители пришли к единому мнению, что одним из самых эффективных продуктов в борьбе с зимними напастями является мед. Наша съемочная группа побывала на медовом производстве и узнала обо всех секретах этого натурального продукта. Специальный репортаж нашего корреспондента. Дмитрий Конаков на правах руководителя медового проекта знакомит нас с производством. В этот цех доставляют мед с уникального экологически чистого района Катон-Карагайского заповедника. Какой путь проделывает мед, прежде чем попасть на стол карагандинцев, узнаем из первых уст. Термокамера, в которой мед накрывается при температуре 39-40 градусов. Это оптимальная температура, при которой ферменты, микроэлементы и витамины все сохраняются. На сегодняшний день алтайский мед считается одним из лучших в мире. Из 24 содержащихся в крови человека микроэлементов, 22 содержатся в меде. Его по праву можно назвать кладовой витаминов. Аппарат разливочный. Он разливает мед, который превращен в жидкое состояние, раскристаллизованный. После того, как мы достаем его с камеры, мы его доставляем сюда и начинаем разливать. Общеукрепляющее, противоплесневое, обеззараживающее и успокаивающее действие. Вот далеко не весь список полезных свойств этого вкусного лекарства. В зимнее время это отличный способ поддержать иммунитет и справиться с простудой и гриппом. Чтобы быть здоровым, мед нужно кушать регулярно. Дмитрий Конаков об этом сладком продукте знает все. Даже разработал систему его употребления. Говорит, способ проверенный. О простуде и прочих недугах можно забыть. Употребление меда несколько подходов. Но можно разделить его так. Утром натощак 2 чайные ложки, в обед после еды через 2-3 часа 2 чайные ложки и вечером 2-3 чайные ложки перед сном, для того, чтобы успокоить организм. Потребление меда всего идет 2 месяца. После этого делаем перерыв, чтобы наш организм усвоил все те витамины, и потом начинаем кушать его снова. Польза от регулярного употребления меда несомненная, но есть несколько правил, которых нужно придерживаться. Много людей потребляют мед, потребляя его в горячий чай. При температуре той, в которой чай кладут мед, все ферменты и микроэлементы и витамины, они просто улетучиваются. Мед становится бесполезным. Плюс еще выделяется ядовитое вещество оксиметилфурфурол. Это очень опасное вещество и при длительном употреблении может нанести вред. Мед надо употреблять просто. Мы его кушаем, запиваем теплым чаем. Тогда он приносит нам пользу. Компания ИП «Алибаев» основана в 2012 году. За короткое время их продукция уже получила признание среди карагандинских любителей полезного лакомства. После того, как укупорят баночку, мы наклеиваем этикетки. Это заключительный штрих перед тем, как наш мед попадет на прилавок, для того, чтобы наши покупатели смогли бороться с гриппом. Вот такие баночки с целебным натуральным медом можно приобрести в аптеках «Биосфера». А в скором времени его можно будет найти и на прилавках супермаркетов. Будьте здоровы! Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.
Карагандинцы могут забрать товар бесплатно в случае невыдачи чека. Сегодня был подписан меморандум между налоговым департаментом Карагандинской области и карагандинским филиалом Нур-Отан о соблюдении контрольно-кассовой дисциплины. Ни для кого не секрет, что в Казахстане все денежные расчеты в торговых операциях производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин. За нарушение установленного порядка предусмотрена административная ответственность. Однако очень многие субъекты бизнеса по-прежнему умудряются чеки не пробивать. Отсюда и недоимка налогов в бюджете. Подписанное соглашение – это добровольное признание себя добросовестным налогоплательщиком, говорят стороны. Одним из обязательств меморандума является размещение на объектах деятельности объявления. В случае невыдачи чека вы имеете право получить товар или услугу бесплатно. Данная позиция – основная суть данного вопроса – побудить именно потребителей требовать чеки, а налогоплательщиков, которые заявили себя добросовестными, постоянно исполнять и правильно исполнять налоговые обязательства через пробитие контрольно-кассовых чеков. Частично где-то будет проводиться контроль за то, что выполняется, не выполняется меморандум. Тем, которые подписали соглашение меморандума и будут исполнять его, будет выдаваться сертификат, который показывает, что данный налогоплательщик является добросовестным налогоплательщиком. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». А теперь хорошая новость для наших телезрителей. Новый телевизионный проект от Первого Карагандинского. Новые герои, новые темы, новое журналистское расследование в передаче «Репортер». Первый выпуск программы посвящен тем, кого бросили самые родные. У каждого ребенка в детском доме своя судьба. Куда уходят дети после детского дома? Кто за них в ответе? На эти вопросы ответят журналисты проекта «Репортер». Я хочу найти вот свою родную мать, увидеть хотя бы, посмотреть, кто она такая. И, знаете, вот, дай судьба, дай Аллах, вот так все получилось. На этом наш выпуск подходит к концу. Напоминаю, телефоны новостной службы Первого Карагандинского 420649. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Сау болыңыздар.